Вот что меня восторгает, это на самом деле такая, ну какая-то есть определенная эмоциональность. Я понимаю, насколько сложно сегодня молодежи, это уже о важности, я даже говорю, этого проекта. Вот я с этим выросла, да, с этой памятью, это дедушка погиб, бабушка, мама, все это было живо в нашей семье. Я сегодня понимаю, как это трудно, вот сохранить эту память, но знаю, насколько это важно. И считаю, что вот здесь получилось, потому что ребята попадают четко в тему.